кофе с мороженым происхождения гляси. Большинство людей считают, что напиток родом из Австрии. Также есть мнение, что он произошел из Франции, судя по названию. Но вполне вероятно, что гляси родом из страны, в которой выращиваются кофейные зерна и изготавливается мороженое. Неважно, откуда произошел напиток. Важно лишь то, что он известен по всему миру, поэтому каждый человек может его попробовать в своем городе. Приготовление кофе с мороженым довольно простое. Поэтому напиток часто встречается в кафе и даже в известном Макдональдсе. Средняя калорийность гляси 150 килокалорий. Но если вы не хотите портить фигуру и желаете снизить количество калорий, достаточно добавить в кофе меньше сахара. Вы можете добавлять разные ингредиенты, исходя из своих предпочтений. Неизменными должны оставаться только кофе и мороженое. Кофе с мороженым – рецепт. Есть разные методы приготовления кофе с мороженым. Но вы должны знать одно основное правило – напиток подается в охлажденном виде. Некоторые люди добавляют мороженое в горячий кофе. Но это неправильно. Так получается классическое кофе с необычной добавкой. Далее будут рассмотрены самые основные рецепты приготовления кофе с мороженым в домашних условиях. Если вы запасетесь обычными ингредиентами и небольшим количеством времени, процесс займет немного времени и доставит максимальное количество удовольствия. Классическое гляси. Во многих кафетериях подают классические гляси, которые легко приготовить и в домашних условиях. Ниже будет описан подробный процесс создания охлаждающего напитка. Состав: натуральный кофе, молотый 1 час. Лист мороженый 1 стакан л. Взбитые сливки 50 грамм, шоколад молочный по вкусу. Процесс: приготовьте кофе так, как вы делаете это каждый день. Можете сварить его в турке или же воспользуйтесь кофеваркой. Перелейте напиток в чашку и оставьте его охлаждаться. На дно стакана для подачи выложите пломбир. Рекомендуется использовать в шариках, но можете набрать столовой ложкой обычный продукт, который продается в любом магазине. Залейте мороженое охлажденным кофе. Полейте смесь взбитыми сливками и посыпьте тертым шоколадом. Приготовление завтрака с охлажденным кофе с добавлением мороженого темп современного мира настолько быстрый, что не всегда получается. Плотно позавтракать в спокойной атмосфере. Этот рецепт будет идеальным вариантом для тех, что всегда торопится и не успевает полакомиться завтраком. Сытный напиток всегда можно взять с собой и выпить по дороге на работу или учебу. Состав: яйцо куриное 2 шате. Натуральный кофе, молотый 1 час. Лист мороженое 2 стакана л. Сахар по вкусу. Процесс: сварите кофе привычным для себя способом. Отделите желтки от белка. Чтобы сделать вкусный кофейный завтрак, потребуются только желтки. Смешайте желтки с сахаром. Тщательно взбейте венчиком или миксером. Соедините яичную смесь с кофейным напитком. Поставьте на плиту. Варите до загустения массы, после чего дайте ей остыть. Смешайте кофейно-яичную массу с мороженым. Можете приступать к употреблению. Как приготовить кофе-шейк с мороженым? Если вы любите взбитые коктейли, которые выглядят более презентабельно, то этот рецепт идеально подойдет. В составе одной порции напитка содержится около 250 килокалорий. Состав: кофе 250 мл, пломбир 4 ст. Лист сироп для кофе 1 стакан л. Взбитые сливки 40 грамм, молоко по желанию. Процесс: сварите кофе и охладите его. Соедините в бокале охлажденный напиток и пломбир. Смешайте, используя венчик. Если смесь оказалась слишком густой, можете добавить молоко, если любите. Поверх налейте взбитые сливки и украсьте шоколадным сиропом. Как приготовить горячий кофе с мороженым аффогато? Необычный и вкусный аффогато был впервые приготовлен в Италии. Но его легко приготовить в домашних условиях, если у вас есть 10-15 минут свободного времени. Состав: пломбир 100 грамм, эспрессо 100 мл, шоколадный сироп 2 часов. Лист шоколад темный 1/4 плитки. Процесс: сварите эспрессо привычным для себя способом. Если вы любите сладкий кофе, то можете добавить в него немного сахара. Но это повысит калорийность напитка. На дно кружки выложите мороженое. Полейте его горячим кофе, добавьте сироп и посыпьте тертым шоколадом. Аффогато подается в креманках и керамике. Благодаря толстым стенкам, разность температур будет сохраняться, поэтому мороженое не смешается с горячим кофе. Некоторые баристы делают в мороженом небольшие углубления и туда льют горячий кофе.
Небольшое количество горячего напитка будет стекать по обратной стороне мороженого, что придаст блюду изысканности и эстетики. Если желаете, добавьте в десерт немного любимых алкогольных напитков. В таком случае на дно емкости налейте не более 10 мл алкоголя, коньяк или ликер, после выложите мороженое и залейте кофе. Как приготовить латте с мороженым? Многие предпочитают пить латте, это горячий напиток, состоящий из кофе и молока, которое предварительно нужно взбить до образования пены. Смесь ингредиентов позволяет приготовить напиток, который характеризуется приятным мягким вкусом и презентабельным внешним видом. Состав: натурально измельченный кофе 1 час, лист молоко 150 мл, сахар 2 часа л. Крем-брюле 1 шарик, шоколад 1/4 плитки. Процесс: сварите крепкий кофе. Перелейте его в высокий бокал. Взбейте теплое молоко, пока на нем не образуется пена. Для этого можно пользоваться миксером или специальным венчиком. Взбитое молоко добавьте кофе. Поверх смеси выложите мороженое. Посыпьте композицию тертым шоколадом. Вкусный кофе с мороженым и с коньяком. Если вы любите на выходных собираться с друзьями в домашней обстановке, обязательно приготовьте в глясе с коньяком. Такой коктейль идеально дополнит такие домашние посиделки. Состав: мороженое с ванильным вкусом 100 грамм, остывший кофе 230 мл, молоко 50 мл, ликер 10 мл, сахар 1 час. Лист взбитой сливки 30 мл. Процесс: в чашу блендера влейте кофе, молоко и ликер. Добавьте сахар и мороженое. Тщательно взбейте все ингредиенты, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. Разлейте массу по кружкам или высоким стаканам. Полейте взбитыми сливками. Подавайте к столу. Как приготовить фраппе с мороженым? Кофейный напиток фраппе впервые был приготовлен в Греции. Для создания понадобится кофе и молоко. Подают его вместе со льдом. Но бариста научились готовить вкусный фраппе с мороженым. Состав: крепкий эспрессо 200 мл, молоко 100 мл, пломбир 100 грамм, лед 8 кубиков, шоколад 1/4 плитки. Процесс: сварите кофе привычным для себя способом. Охладите его до температуры плюс 30 градусов. Смешайте пломбир и молоко. Смесь нужно взбить блендером до воздушной консистенции. Лед нужно измельчить до состояния крошки. На дно стакана выложите лед. Налейте молочную смесь, а после долейте остывший кофе. Украсьте напиток тертым шоколадом. Не смешивайте ингредиенты. При контакте молока с кофе будут образовываться красивые и обычные рисунки. Подавайте фраппе с коктейльной соломинкой. Гляссе с бананом. Если вы любите необычные десерты, можете приготовить вкусный и ароматный гляссе с бананом. Он понравится не только взрослым, но и детям. Состав: натуральный кофе 300 мл, банан 1 шате. Пломбир 100 грамм, корица 1/2 часа. Лист, сахар по вкусу. Процесс: приготовьте кофе привычным для себя способом. Добавьте в него сахар по своему вкусу. Оставьте кофе охлаждаться. Очистите банан от кожуры и нарежьте небольшими ломтиками. Смешайте в чаше блендера банан, мороженое и кофе. Консистенция должна быть однородной. Перелейте смесь в высокий стакан. Посыпьте корицей. Если вы не любите корицу, можете заменить ее какао-порошком или молотым имбирем. Как приготовить кофе гляссе с шоколадом? Если вы хотите утром быстро взбодриться и охладиться, можете приготовить гляссе с шоколадом. Такой десерт будет отличным завтраком, так как содержит много калорий. Состав: вода 125 мл, молотый кофе, натуральный, 2 ст. Лист пломбир, 2 шарика, черный шоколад, 40 грамм, сахар по вкусу. Процесс: сварите натуральный кофе привычным способом. Добавьте сахар, разломите половину шоколада на несколько кусочков и выложите его на дно стакана. Вторую часть шоколада измельчите на мелкой терке. Налейте в стакан кофе. Лучше процедить его, чтобы в десерт не попали мелкие крупинки. Тщательно перемешайте, чтобы шоколад полностью растворился. Поверх выложите мороженое. Украсьте десерт тертым шоколадом. Подавайте к столу. Рецепт гляссе с карамелью. Если вы любите сладкие напитки, то добавьте в гляссе немного карамели. Это придаст десерту более насыщенный вкус и аромат. Состав: охлажденное кофе 200 мл, мороженое, крем-брюле 100 грамм, сливки 50 мл, сахар по вкусу. Для приготовления сладкого дополнения: сливки 100 мл, сахар 200 грамм, сливочное масло 100 грамм, вода 50 мл. Процесс: сначала займитесь приготовлением карамельного наполнения. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Если они хранились в холодильнике, то предварительно достаньте их, чтобы они немного нагрелись. В глубокую емкость поместите сахар. Залейте его водой. Поставьте емкость на медленный огонь. Варите сироп до полного растворения сахара и приобретения золотистого оттенка. Но не мешайте, иначе образуются кристаллы. Влейте карамельный соус в сливки. Смесь помешивайте, чтобы ингредиенты тщательно смешались. Добавьте сливочное масло, но не переставайте помешивать. Охладите соус. Сварите кофе привычным для себя методом. Добавьте сахар по своему вкусу. Охладите кофе. В высокий стакан выложите половину мороженого. Залейте кофе, а после добавьте немного сливок. Поверх выложите оставшееся мороженое и полейте карамелью. Приготовление гляси с корицей. Если вы любите горячий кофе, приправленный корицей, то этот рецепт тоже вам понравится. Приготовление займет всего несколько минут, а результат приятно удивит. Состав: натуральный кофе 150 мл, пломбир 50 г, корица 1/2 часа. Лист, сахар по вкусу. Процесс: сварите кофе привычным для себя методом. Если вы любите сладкие напитки, то в процессе приготовления добавьте сахар по своему вкусу. Выложите мороженое на дно стакана, в котором будет осуществляться подача. Залейте пломбир охлажденным кофе. Посыпьте десерт молотой корицей. Подавайте с коктейльной соломинкой. Как правильно подавать кофе с мороженым? Если вы хотите подавать гляси по всем правилам, то делайте это в высоких стаканах в ирландском стиле. Они характеризуются толстыми стенками и плотной удобной ручкой. Подавать кофе с мороженым рекомендуется с десертной ложкой, чтобы удобнее было им наслаждаться. Также она позволит зачерпнуть мороженое и сливки. Не забудьте добавить в стакан соломинку для коктейлей, с помощью которой вы будете пить жидкую основу. Для украшения можно воспользоваться сиропами, тертым шоколадом или молотыми специями, корица, какао, порошок, имбирь и так далее. Также можно не украшать напиток, а подавать его в чистом виде. Все зависит от пожелания человека, который будет наслаждаться десертом. Гляси хорошо сочетается с ягодами, выпечкой и шоколадными конфетами. Теперь вы знаете, как приготовить в домашних условиях освежающий гляси. Он будет весьма кстати в летнее время года, когда на улице держится высокая температура и хочется охладиться. Не стоит злоупотреблять гляси, если вы следите за своей фигурой. Если уж вы не можете отказаться от такого десерта, как мороженое с кофе, то старайтесь использовать минимальное количество добавок и сахара. Так вы снизите калорийность и уберете свою фигуру от лишних килограммов. Кофейные темы на сайте.